Ребят, привет! Ну, мы опять уходим в океан, уходим в очень долгий переход из середины Тихого океана до Владивостока. Скорее всего, останавливаться по дороге нигде не получится, потому что все-таки все до сих пор закрыто на ковид. Вот. Но мы подготовились, закупили всю провизию, заправились топливом, запчасти тоже есть. Вот, и двигаемся вперед. А новости от нас можно будет смотреть на вкладке «Сообщество». Вот здесь на нашем YouTube-канале, там будем стараться регулярно, несколько раз в неделю выкладывать последние новости. Ну и, собственно, впереди у нас почти 2,5 месяца безостановочного перехода. Последняя часть пути будет самая сложная. Сколько вода у нас тысяч миль? 7000 миль, но хорошо, что с попутным ветром. Нас будут очень поддерживать ваши комментарии, которые вы будете писать под постами и в YouTube-сообществе, и в других социальных сетях. И спасибо вам большое, что вы с нами. До встречи во Владивостоке. И следите за нами не только во вкладке «Сообщество», но и на нашем сайте travelfamily.com будут публиковаться репортажи. И там будет ссылка в конце каждого поста. Мы ее прикрепляем на вкладку «Маршрут» с нашего сайта. Там пишется трек от компании «Iridium 360». У нас есть прекрасный спутниковый трекер «Rockstar», который каждые 2-4 часа фиксирует наше местоположение точкой в пространстве. И вот эта линия вся будет видна на вкладке «Маршрут» в реальном времени. Поэтому заходите, смотрите, и будем пересекать океан вместе. Ну и, собственно, как обычно, у вас все получится. Кто, если не вы? Да. Всего хорошего. Всем пока. Миру мир. И пусть все будет хорошо, гармонично. Любви вам, дорогие. Счастья, единения, дружбы. И все плохое пусть обходит вас, нас, всех сторон.